видите, видите, огородили, короче, весь карман, ставить машины здесь нельзя. И плюс еще говорили, что дня два назад, что вот эта вся улица, вот эта, она будет закрыта на ремонт. То есть, вот видите, здесь машины парковать нельзя, они паркуют вдоль улицы. И, короче говоря, будут здесь что-то ремонтировать целый месяц. Честно сказать, что здесь можно ремонтировать целый месяц, я не знаю. Может, они полностью будут все менять? Нет, ну вы просто представляете, что здесь будет твориться? Какие будут пробки? Если сейчас уже у нас кат делают, у меня проспект весь стоит. А здесь что тогда будет? Ну, видите? Это, мне кажется, из-за этой вот штуки вот. Может быть, что-то будут, или дорогу может расширять. Наверное, знаете, что они будут делать? Дорогу расширять, чтобы машин побольше влезло. Потому что вот эту бандуру-то откроют скоро, а машины ставить негде будут. Вот, наверное, будут часть газона убирать и делать асфальт. Дополнительные места. Наверное, как-то так делают. Вон оно что. Я думал, они будут это расширять, а они, видите, по реплике просто новые делают. Вон оно что. Я-то думал, хоть дорогу расширят. По ребрике. Но вот ту дорогу они собираются полностью перекрывать. Но вот они, наверное, сейчас и замутили. Сначала здесь по ребрике поменяют, а потом уже вообще каждый год эти по ребрике меняют. Денег столько утрачено. А этот карман. А ну тут тоже меняют по ребрике. Самое интересное, что по ребрике-то они меняют, а будут ли они менять асфальт? Потому что асфальт вообще каждый год одно и то же. Меняются по ребрике, асфальты. Сейчас у нас ремонтируют кольцевую. В момент, когда начинается дачный сезон, и все едут на дачу. В общем, как издеваются, честное слово. Вот у меня папа, царство небесное, все время ругался. Как они, говорит, достали, как только ехать на дачу, они начинают вот это вот. Ну, мы с мамой приняли решение, что мы на дачу будем ездить либо рано утром, либо поздно вечером. Вот, чтобы в пробках не торчать, потому что вот это вот, знаете, когда там все в 4 часа надо ехать, не. А вот здесь асфальт кладут вообще, причем только часть асфальта. Класс вообще. А вторую часть потом? А, ну, наверное, да, чтобы машины проезжали. Ну, значит, у нас асфальт, наверное, поменяют. Вопрос только как. Они один раз сделали асфальт, долго-долго сделали, а он вот так вот волнами пошел. И они потом опять это все переделывали. У нас же с первого раза ничего хорошо не получается. У нас надо сделать, вернее, вырыть, закопать. Потом опять разрыть, потому что там что-то не то. И вот так всегда. Так что вот как-то так. И стандартная тема. Матеряться друг на друга. Друг на дружку матеряться. Что-то не получается. А это обычно всегда так приезжают первым делом. Так, надо перекурить. Надо репу почесать. С чего начать? Собраться. А потом уже заниматься. Очки поют. Солнышко. И странные удивления людей. Никогда уже камеру, что ли, не видели. Люди до сих пор идут и удивляются. Так на тебя смотрят, что ты идешь и разговариваешь. Чем ты? Оно как бы никого нет, маленький такой экранчик. С кем-то он разговаривает, да? Он кормушечки. Вот в этом доме жил МС Вспышкин. Я вам как-то рассказывал. Я вот в том доме жил. Снимал там. У племяшкиной мамы мы жили там. А здесь вот был МС Вспышкин, я его частенько видел. Потом он, к сожалению, на нашей станции метро скачался. Прямо на эскалаторе. Вот. Каждый Новый год мы его встречали. Он мне делал вот так козу и говорил: «С Новым годом». Вот. Ну, сейчас многие уже, наверное, даже не знают, кто это. А мы, вот то поколение, мы знали, кто это. Так что вот. Не, жарко, надо уже что-нибудь легенькое делать. А мы идем с вами к фикс прайсе, ребята. У меня... зимы весь разошелся, чтобы стекло не царапать на дворнику. Он у меня фикс-прайсовский, вот надо его сменить. Подсвечники разные. Подсвечники. Так, мне надо. Мне надо автомобильный отдел. Пойдемте смотреть. Так. О.
Щетка стеклоочистителя 150 рублей, подешевело. Они одинаковые все? А, есть 21, а есть 22. 21 550. Нет, ну я маленькую, наверное, возьму, потому что у меня, скорее всего, 21. Вот, ну на крайняк стоит, поменяю. Щетка бескаркасная. Так, что еще есть? Крючки какие-то. Крючки, крючки. Так, щеточку я беру. Вот это что? Так. А, это типа светящиеся. Интересно, они будут светиться ночью? Или нет, надо будет тут запущу. Боже, как здесь жарко. Шампунь, полироль. В принципе, больше ничего интересного. Здесь что? Ничего больше нет. Замок. Замки, замки. А вон еще щетки тоже. А, вон есть 21, 26. Блин, а я ж не смерил. Ну, я думаю, что вот это должно подойти. Я, по-моему, 21-ю-то и брал. Ну, ладно, хрен с ним, 150 рублей. Вот еще есть какая-то 26. А может, у меня 19? А какие они еще бывают? 20. А, вот 20 есть. Сейчас-ка я, ребята, посмотрю 20. Хочу вам показать. Вот девятка вот эта стоит. Ее переставили, там у нас делают дорогу, я вам показывал. Вот эта девятка в очень хорошем состоянии даже сейчас. А еще год назад она была просто в идеальнейшем состоянии. Вот она зиму постояла и покрылась немножко такой ржавчиной. Но это не страшно. В общем, мы написали бумажку, что хотят купить. Вот я бы тоже поинтересовался, сколько она стоит. Но видите, с нее сняли номера. И как бы пес его знает. Может быть, у нее учет пропал. Я не знаю. А так вообще, тысяч за, если ее даже 1050 взять, то в нее ничего вкладывать не надо. Ее просто наполировать и, грубо говоря, продать за 200, она уйдет просто в лед. Но суть в том, что как бы эта машина была рекламой. То ли самокатов, то ли что-то вот тут стояло. И у них BMW X6, и была вот эта девятка. Она вот тут вот где-то стояла. Вот. И они, соответственно, ее это ставили как рекламу. И, видимо, может, что с хозяином этой машины, может, что сняли номера, вот, то или украли, то ли они сами сняли. И вот написали, что куплю, но что-то они как-то не... Ну, наверное, потому что учета нет. А продавать, а кто ее купит тогда, кому она нужна без учета? Я подобрал того размера, какой нужно, двадцатку, но видите, у меня не подходит крепление. Здесь стандартные крепления шкодовские, они не подходят. Щетки, которые шкодовские, чисто оригинальные, но сейчас, наверное, если они до этого стоили 1500-1800, то сейчас, наверное, эти дворники будут стоить рубля 3. Нахрен они мне нужны за такие деньги? Вот, 180, 149 рублей щетка с фикс прайса и обычный хомут. Вот вам и пожалуйста. Все, щетка работает. Только не все, тут есть эти защитные. А, нет, здесь защитных таких нету. Ну, это дешевая, недорогая. На дорогих, видите, здесь защитная такая еще идет штучка. Ее снимаешь потом вот так вот и заделываешь. Ладно, сойдет. Главное, чтобы это работало, чтобы это не поломалось. Вот. А вторая щетка у меня, по-моему, тоже на подходе. Надо ее будет потом тоже поменять. Ну, нет, здесь вроде еще... А, ну она тоже, в принципе, такая уже подстертая. Ну, еще не совсем, но тоже ей скоро придет конец. Надо будет такую же купить, тоже поменять. Надо было две взять сразу. Но я что-то как-то... Ну, да ладно, пока чистит. Тоже правда. Ну ладно, Сань. Просто мне жалеть нечего. У меня стекло, видите, и так уже все царапанное. И тут, по идее, это стекло надо менять. Но вы же сами прекрасно понимаете, что менять я его не буду. Вот, поэтому пусть оно будет даже царапанное. Зато это будет говорить о том, что действительно стекло целое и нетронутое. Чтобы было видно, что его никто не менял, что оно родное. Кто это такая? Что-то все какие-то ходят, проверяют. Сейчас по нему узнаем. Парадный, я говорю, есть. А что вы хотели? А мне надо в такую-то квартиру, я из администрации. А я ее вспомнил, потому что я в администрации несколько раз был, когда мы вызывали сюда с проверками людей. И я ее помню. Дойдет. Чужих бы я не пустил. Тут был момент, я поздно возвращался, и стоят, короче, толпа людей, а я в темноте ж не вижу, так вроде приличные люди. Здравствуйте, добрый вечер, и за мной, значит, идут. Я говорю, граждане, а вы куда в таком количестве-то? А мы в гости. Ну, я так смотрю, вроде прилично одета, думаю, наверное, в гости. А потом что-то меня это смутило, думаю. Пустилась эта женщина с администрации.
и говорит: а как мне найти председателя? Я говорю, я просто вхожу тоже в состав ТСЖ, ко мне можно обратиться. Я, между прочим, я не хвалюсь, опять же, я просто говорю, что я некоторые вещи знаю больше, чем председатель. Ну, не суть, ладно, я говорю, а что вы хотели-то? А мне, говорит, нужен доступ в эту квартиру. Я говорю, а я-то каким образом? Вам не председатель, никто не может предоставить доступ к квартиру. Никто. Как, если она закрыта? Я говорю, а в какой квартире вы были? А в такой-то. Я говорю, ну, как бы вы в курсе, да, что... А, там комната. Комната. Я говорю, так там нет никакой комнаты. Там трехкомнатная квартира, в которой жили люди, которых я знаю, а рядом живущие соседи эту квартиру выкупили, и там никаких коммуналок нет. Ой, я перепутала номер квартиры и пошла обратно, не в ту квартиру пошла. Пошла, значит, все-таки в ту квартиру, значит, вышла. А можете как-то связаться с председателем или ей передать, что мне нужна фото той комнаты? А там живут соседи. И, значит, эта комната раньше была коммунальной. И, короче, там бабушка, женщина, которая там жила в этой комнате, она выпала из окна, это было давно-давно. И вот человек, который с ней там рядом жил, он до сих пор в этой квартире живет. Что с этой комнатой, неизвестно. Как бы мы не знаем. По-моему... Как он нам говорил, что он ее выкупил. Но вот мне с женщиной из администрации сказал, что эта комната не выкуплена, и за нее платит государство, оказывается. Я говорю, о, как хорошо. Класс, ты живешь в хате, да, за комнату ты не платишь, и при этом ты ее занимаешь. Я говорю, что за порядки такие? Если эта комната им не принадлежит, значит, ты берешь тупо и, соответственно, как бы приходишь и сдаешь, и продаешь там, сдаешь или еще что-то. У нас какие-то законы вообще дебильные. Если закон есть, то почему он не работает? Ни хрена себе, человек проживает в квартире, пользуется имуществом, которое ему не принадлежит, да, по факту, ну это с ее слов, я же не знаю, но это вообще весело. И причем она говорит, что там комната закрыта, и меня туда не пустили. Ну я-то знаю, что комната там открыта, потому что там все время горит свет, и они этой комнатой пользуются. Поэтому тут тоже, знаете, такая ситуация, что, ну, опять же, верить администрации тоже нельзя, и соседям верить нельзя, потому что не знаешь, чья правда. Вот. Но они вроде как говорят, что у них на балансе эта комната числится как пустая, соответственно, а те говорят, что это их. Но если это их, я не знаю, просто у них квартира муниципальная, вот, она к ТСЖ не относится, и поэтому мы не можем проверить по квитанциям, вообще как что. А хотя, в принципе, государственные квитанции же тоже нам приходят из ВДЦКП. Надо будет посмотреть. Ну, в общем, мне в любом случае сказали председателю передать. Ладно, я потом ее увижу. Я не был в ленте, у нас тут все переделали. Вы видите, вход отсюда теперь сделали. В общем, все поменялось здесь. Куличи, кому надо. Кстати, почем? 189 рублей. 129 есть. Нет, у меня мама покупает в Карате. Но они в Карате подорожали. Но там хотя бы вкусный. Господи, мне показалось, чайник стоит 89 рублей. Думаю, нифига себе. А сколько чайник стоит? 599 рублей. А, ну у меня на даче такой. Ну, для дачи самое то. А в квартире я чайниками электрическими не пользуюсь, они едят. О, триммер 1500. Слушайте, ну тоже тяжелый. Может такой потом купить? Да нет, шляпа какая-то. У меня там такая трава, что... Просто я не хочу это вот заморачивать. О, пиво есть, гараж. Гараж есть. Вот я, кстати... Ребята, я за ЗОЖ, но вот такой я пробовал, это ананасовый, но что-то как-то не знаю я, ребят, не особо он мне зашел. Вот был, ой, зеленый чай был вкусный. Так, ну вот видите, тут уже, вон 15 тысяч, всякие тут две. О, термосумка, да, термосумка? Ну вот 900 рублей термосумка, но она такая не подойдет, кстати, если еду развозить. С такой термосумкой не разрешат. А это что такое? Ага. Выставочный образец. О, 18 тысяч, но это большой. Это большой. А здесь что есть? Ну, тут такое все. Уже к летнему сезону. Арка. Там он продается. О, велики. Что, подорожало? Ой, мама дорогая, 19 тысяч. 10. Ну, такие они. Не знаю, крутые, нет. Ну, в принципе, как и мой. У меня есть, мне хватит. Вот эти тоже подорожали. Были, по-моему, по 8, стали по 11. Так, мы идем в автомобильный отдел. Так, мне нужен антифриз. От
Что-то он уже подорожал, что ли. 5 литров. 5 литров. Антифриз лента, вон, 624-700. Надо сейчас будет мне позвонить, спросить у этого своего. Сейчас узнаю, брать, не брать. Минус 40. А здесь что? А чем они отличаются? А, ну только что цветами. Тут синий, красный. Мне, наверное, красный надо. Вон еще есть по 1340. Я не знаю вообще, какая разница-то в нем. Вон есть Тосол. Феликс какой-то. Можешь Феликс взять. Хрен. Синтек. Вот Синтек. Но Синтек тоже как-то не особо. Так, это уже масло. Ладно, сейчас он мне напишет. Что взять? Я-то полгода я не был в ленте и еще бы полгода сюда не заходил. Короче, цены охренеть. Я бы другое, конечно, слово сказал. Но, если честно, я вообще просто в шоке. Я вот сколько? Последний раз перед Новым годом мы здесь были. И сейчас вот я захожу, я охреневаю от цен на все. Возросло все раза в 2-3 точно. Вот. Я прошелся по тем товарам, которые мы раньше здесь покупали, и тут цены просто в 2-3 раза. Лимонад 150 рублей бутылка. В общем, вообще конец. Я не представляю, куда мы катимся. И это же с какими надо зарплатами сюда приходить. Что раньше мы приходили там еще года 2 назад. Допустим, да, ну 3-5 тысяч как бы нормально было, а сейчас... В общем, короче, какая-то трешатина. Короче, я так ничего и не купил, потому что антифризу надо 2. А они очень тяжелые, и что-то я так не подумал, что тащить я не хочу. Проще завтра на машине заехать и забрать. Закрывали. Иду мимо Бургер Кинга. А там ажиотаж. Посмотрите. Бургер Кинг, KFC, они все открыты. Хотя у них тоже франшиза. Они работают. А у Макдональдса франшиза, они закрылись. Странно как-то. А потому что из принципа. Из принципа. Мы закроемся и работать не будем. Но при этом будет работать этот самый Бургер Кинг, который будет получать прибыль. Потому что все переметнулись в Бургер Кинг и в KFC. Вон, кстати, вот эта старая газель зачуханная. Здесь теперь стоит. Он же раньше стоял вместе с моей газелью. А потом, короче говоря, когда я вам, помните, показывал пожар, это оказалось, что пожар произошел в его квартире. Ну, там типа коммунальная была. А мы за день до этого стояли с ним в очереди на почту. И вот я уехал на дачу, а у него квартира загорелась. Я так понял, что он просто переехал где-то здесь в другом месте теперь живет. А машину теперь здесь ставит. Вот как-то так. Вот мое место работы. Где я раньше работал. Решил, кстати, вот эту газель посмотреть. Блин, вот он низ обработал, я так понимаю, антигравием. А у меня вопрос. А зачем ты обрабатываешь низ антигравием, если он у тебя весь сгнил? И самое интересное, что вот эта газель заводилась круглый год. И в лютый мороз, и вообще, и хоть бы хны. А моя газель, которая была в идеальном состоянии, она не заводилась, вот прикиньте. И вот эта тачка, она ездит, понимаете, ездит каждый день. А у нас вот была газель, она вот рядом с ним вместе стояла. И он самое интересное, что... он, короче говоря, ее утром заводил спокойно. А я бегал как ишак с этими аккумуляторами, не мог завести. И он так все время на меня смотрел, так удивленно, мол, типа, у тебя такая тачка, а ты завести ее не можешь. А этот приходил, дрынь с полоборота, и все заводилось. Вот видите как. Ну вот он нище обработал, но... Там, конечно, газель. О, видите, как работает вкусвилл. Вот машина вкусвилловская. Я тут узнавал, кстати, по поводу вкусвилла. Видите, как работает доставка вкусвилла? Бегом, быстрее. А получают они за 20 заказов в день 2000 рублей. 2000 рублей. А вы не забывайте, что еще нужен бензин. А вы не забывайте, что нужна амортизация. И все это за 2000 рублей. Ну, как бы, ребят, если во вкусвилле работать, то только на каких-нибудь старых жигулях, которые не жалко. Но я бы свою машину убивать вот на это не стал бы, ребята, нет. Это, не знаю я. Это как-то вообще не айс. Тем более 2000.
Мне кажется, что на своей машине во Вкусвилле, мне кажется, должно быть 4000 как минимум. Ну, там, чтоб амортизацию, бензин отбить. А 2 рубля нет. Вот, пожалуйста, вот Матис на доставке самое то. Рублей за 50 покупаешь Матис, за месяц его отбиваешь и работаешь. Но извините меня, бегать как совраска с этими продуктами, а там тебя еще могут оштрафовать за то, что ты опоздал. Ну, вот там сидит какой-нибудь дядя, который заказал себе молочка. Если ты вовремя ему это молочко не привез, ты получишь штраф за это. Вот во Вкусвилле так. Поэтому не-не-не-не-не, нафиг. Так что вот как-то так. Ладно, стоим, ждем, сейчас он переоденется, вместе пойдем. В общем, прошелся я сейчас со своим другом. Слушайте, тут оказывается столько есть магазинов разных, а я не знал. Ну, маленькие магазинчики, там есть все, шаверма есть. Вот зашли в магазин Вкустер, открыли. Мне не понравилось. Лежит на прилавке курица готовая. А такое впечатление, что она уже испортилась. Блинчики готовые. Тоже такое впечатление, что они года три, дня три полежали. Не знаю, я что-то от Вкустера не в восторге. Он говорит, что там еще есть дальше тоже магазин Вкустер. Ну, что-то как-то я не в восторге. Но ценники, ребята, вы знаете, разнятся. На 50 рублей, представляете? Вот я смотрю там по чипсам. А в одном магазине чипсы 180, в другом 150, в третьем 120. В общем, цены просто атомные, ребята, атомные. И что будет дальше, никто не знает. Так что как-то так. Ладно, все. Идемте домой. Нагулялись и хватит. Вот, так что магазинчиков здесь много. Я вот с ним прошелся. А он любитель вот выискать, где что есть хорошего. И очень много магазинов таких, знаете, вот, например, там есть магазинчик, но он еще вот, он пиво покупает какое-то необычное. Но так вот на самом деле, я, знаете, я ему сегодня сказал, я говорю, я вот вечером выхожу, иду вот туда, гуляю, вот такое впечатление, что я где-то в элитном районе, возвращаюсь обратно в свою халупу вот в эту. А он мне, кстати, сказал, тут недавно видел такую тему. Там, оказывается, вот в этом новом светящемся доме, во втором, господи, напугал меня. Это музыка стоит там, слушай, напугал меня. В общем, там, оказывается, оперы какие-то проводят, оперы, концерты. То есть какие-то оперные певцы там, оказывается, живут и проводят концерты, прикиньте. Ну, там, конечно, дворы такие элитные. Вот я там вечером похожу, летом погуляю и обратно к себе сюда, во двор. Так что как-то так все. Идемте домой. A few moments later. Это в Максидом, смотрите. Телевизор Asano. Какой-то непонятный. Маленький совсем. 18 тысяч рублей. 18 900. Ребята, это что вообще такое? Ему красная цена 8. Какие 18 тысяч? Я за 18 тысяч. Вот 20 есть, престижил. А вот такой телевизор, это по размеру, по диагонали, как вот я покупал в ленте «Витязь». Вообще, жесть какая-то. Какие цены. И причем марки этих самых телевизоров какие-то дешманские. И по таким ценам, ребят, что творится? Ну-ка, холодильники почем здесь? А, там этот, кстати, продавец. Не хочу. Сейчас опять начнет что вам подсказать, а давайте. Так, это у нас чего? Жидкости. А что у них нету этих? А вот, ребята. Антифриз. Феликс. 1200. А то. А это 5 килограмм. Мне мало. 5 килограмм мне мало. Внимание, продавец отдела электротовара, пожалуйста, подойдите к кассе номер 1. Продавец отдела электротовара, пожалуйста, подойдите к кассе номер 1. Спасибо. Выбора здесь никакого абсолютно. Можно было и не приходить сюда. Просто печи, свечи 11, 10, 6. Видите, да, как все подорожало. А ну можно вот там пойти стиралки, кстати, посмотреть. Раз уж мы в Максидоме. Это у нас электрические плиты. Ну вот, кстати, я заметил, плиты не подорожали. О, газовая поверхность 21 тысяча.
Если вам не надо, вон по 20 тысяч газовые есть. Сейчас посмотрим стиралочки. Вот, пожалуйста, Канди. 35 тысяч. Посмотрите, какой дешман. Оно еще и закрыто. О, смотрите, какой дешман. Это же жесть какая-то. 35 тысяч. Вот за что? Ужас. У меня вот Занусси. У меня такого нету. Вот они, ну они в принципе все одинаковые. Смотрите, какое барахло. Жесть какая-то. Вот это вот, вот это вот, вот это вот. Я думаю, дай бог, оно 3 года проработает. А если что-то покупать подороже? Ну вот есть Hotpoint. Ну это Ariston. Ну тоже я вам хочу сказать. Шляпа, смотрите, какая. Горение 32. Ну вот это еще. Нет, тоже шляпа. Да. Это что, тоже Ariston. Как она открывается? Ладно, ломать не будем. Не, Ariston шляпа. У меня вот все, что было, Ariston, все поломалось. И у друзей у моих, и у знакомых, все Ariston-овское. Ну, 86 тысяч, ребята, ну что смеяться. За такой барахло. Дай бог, оно года 2-3 отработает. Так, ну что, в принципе, мне здесь больше ничего не надо. Да, ценники, конечно, я вообще в шоке. По 40 тысяч Кэнди из такого барахла сделал. Ну, что, маму не говорю, а он еще есть. Какой-то Лекс. Что за Лекс? Лекс. Машина стиральная. Максимальная скорость отжима 1000 оборотов в минуту. Количество килограмм 15. Ну что это такое? Все одинаково. Что за 80, что за 40. О. А как она еще открывается тут? Ах, она еще и... А, вот так. Ну она маленькая. Да ну шляпа какая-то, честное слово. Вот это что? А кто делает? Кто делает? Не написано. Не написано. Я даже марку такую не знаю. 165. Лек. Больше ничего нет, да? Нет. Мангал. Дайте мангал и посмотрим. Так хочу мангал. Мангал 30 тысяч. Вот, пожалуйста, мангал 30 тысяч. О, в принципе. Вот мангал 20 тысяч. Ну вот такой вот мангал, если он в сборном виде, то я его не увезу. Он у меня не влезет, наверное. Крышу-то точно не влезет. А если покупать в разборном виде, то можно собрать 9. Это пылесосы. Пойдемте еще тогда посмотрим. Так, это вот у нас, кстати, был такой электротриммер. Шляпа полная. Оно поломалось быстро. О! Это газонокосилка. Какая? Бенза? А, не, электрическая. Вот 8 тысяч. 9. 10. Я думаю, электрическую взять. Потому что постоянно заправлять вот эту бензопилу. Культиватор 10. Ну, таким культиватором что ты спашешь-то? Что ты спашешь? 35, 19. Ладно. В общем, короче говоря, электрическую надо будет потом. Вот еще мангал 27. Ну, какой-то дешманский. Вот, мангальчик бы очень хотелось. Я просто смотрел, тут вот у многих, кто заказывал, там и вот у тети Любы, они покупали тоже мангал, но там что-то дорогущий у них был мангал, по 100 с чем-то тысяч. И я вот так вот смотрю по видео-то, а он уже так как бы проржавел, чугуна, а проржавел. Поэтому как-то не хочется платить такие сумасшедшие деньги, да их и нет, чтобы покупать такое, и чтобы потом это все еще проржавело. Не хочу. Проще вон за 20 тысяч купил, поставил. Насколько хватило, настолько хватило. Ну, это 20, не 100. Так что вот как-то так, ребят.